Новогодние мечты продолжают осуществляться. Акция «Наши дети» с каждым днем набирает обороты. Праздничное чудо приходит к детям по всей стране. Активное участие принимают и многие образовательные учреждения Бобруйска. Сегодня зимнюю сказку детям с особенностями подарили учащиеся механико-технологического колледжа. Мы приглашаем сюда из детского дома, который находится на улице Пушкина, детей. Также детей наших сотрудников, учащиеся готовят для них театрализованное представление. Готовим детям подарки, вручаем сладкие, различные сувениры, которые наши учащиеся изготовили. И надеюсь, эта традиция будет продолжаться и дальше. Три недели усердных репетиций. Учащиеся колледжа готовились к сказочному представлению с большим усердием. Помощь в подготовке оказали представители БРСМ и волонтерский отряд «Солнышко». На празднике добра и конфет без внимания не остался ни один ребенок. Дарят нам радость, веселье, новогоднее настроение. Хотя за окошком зимы не чувствуется, но в зале как раз то, что нужно нашим детям, дарят радость. И это очень здорово. Новогоднее чудо коснулось и постояльцев отделения круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста. Уже не первый год учащиеся строительного колледжа навещают пенсионеров. Ребята регулярно помогают в уборке территории, организации праздников и концертов. В этом году под елочку отделения студенты положили нужные подарки. Подарки, которые мы сегодня получили к Новому году, они очень востребованы в нашем отделении, потому что отделение создано для инвалидов первой и второй группы. И, конечно, такая помощь нам жизненно необходима. До Нового года остаются считанные дни. Но за этот короткий срок тех, кто особенно нуждается в чудесах, ждет еще немало впечатлений и подарков. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск 360.